Всем привет! Это снова Иван Кощеев и его микрофон. Сегодня у нас в САСе проходит Новый год, поэтому пойдемте посмотрим, что там происходит. Привет, представься. Меня зовут Дарина. Соня. Рита. Николай. Даниил. Обещание на Новый год себе. Что ты хочешь привнести в свою жизнь? Я хочу заобщаться с профессорами, с некоторыми, хорошо? И с некоторыми, возможно, затусить помимо САСа. Но это высокая планка, я, скорее всего, не достигну ее, но я буду стараться. Не пропускать физкультуру. Верно. А можешь выбрать символ Нового года в САСе? Нет. Почему нет? Я не могу придумать, их слишком много. Может быть, я тогда буду? Ты можешь. Хорошо, спасибо. Пещера Платона. Почему? Ну, тени — это не есть знания. Поэтому нужно искать самый источник знаний, то есть огонь. Так что да, пещера Платона. Я считаю, что символом САСа в следующем году станет Андрей Щербинок, но не простой, а с трезубцем. Потому что... Что? Потому что в Новый год нужно идти устремленно, прямо как устремленные наконечности у трезубца. Наверное, Вань. Я смотрю твое шоу, оно мне очень нравится. Ну, спасибо. Давайте я задам пару вопросов. Давай попробуем. Придумываешь ты вопросы сам или за тебя кто-то их придумывает? Сам. Круто. Что ожидаешь от Нового года? А почему ты мне мои вопросы задаешь? Завершая этот выпуск, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и сказать спасибо за то, что остаетесь с нами. До встречи в следующем году. Пока.